Вот здесь до этого стояли две машины, две модели, вот как раз это Альфард, новая комплектация. Вот, кстати, вот машина, тоже неплохая, вот это как раз Альфард, но там другой стоял, это немного другая, более старая модель, то есть тут видно уже фары пожелтевшие, такие выцвевшие. То есть стоит он 1 340 000 йен, это, ну, на рубли пополам, грубо говоря, делите, будет в рублях. В целом аккуратно, но вот это дерево, я не знаю, кому-то нравится, кому-то нет, на любителя, скажем так. Вот так оно выглядит, жара тут, духотища, конечно, жуть вообще. Под солнцем стоит. Вот, ключи все есть, можно прям сразу садиться и ехать. Так, вот он выглядит. Ну и тут как бы тоже обычный диван. Даже сейчас в новых Альфардах там идут прям такие кресла прям офигенные, как в этом, в бизнес-классе, в самолете прям супер. И прям в них садишься и кайфуешь. Здесь же, ну, обычный диван на 3 человека, и там еще диван на 2 человека. Ну, можно 3 при желании туда тоже впендюрить. Ну, тогда будет совсем уж тесно ехать, я не знаю. Тут, как бы. Но сзади ничего тут не улучшено. Как бы, я не знаю, даже сиденья, по-моему, родные, наверное, даже стоят. Уже обычный велюр. Фуга вот стоит. Кстати, интересно, у него открывается багажник автоматически? Не-а, не открывается. Только амортизаторы стоят. И все. Тут даже, блин, падает знак. Вот эти, кстати, фишки, может, кто видел, нет, там номер сам у него, вот эти, их ставят на ТО. Когда проходишь ТО, вот тебе ставят такую вот заглушку на номер, чтобы ты номер не смог снять. То есть... и поменять там на другой. То есть все это как бы делается. Если ты ее всковырнул или как-то вскрыл, и после этого там номер поменял или еще что-то провернул там с номером, ты ее обратно уже не поставишь. И после, когда будешь проходить ТО, тебе будет куча вопросов, почему ты это сделал. Поэтому лучше их не это самое, не вскрывать. Так. Что тут у нас? Фугу. Или как фуга. Ну, неплохо выглядит. Вот это вот, понимаю, бизнес-класс. Все цивильненько, все так. Часы такие аккуратненькие. Прям хороший автомобиль. Стоит 1 600 000. Сделан, кстати, он достаточно давно, 7 лет назад. Но до сих пор выглядит прям в отличном состоянии, прям супер. Пробег всего 50 000 почти там. Сколько у него? Угу. Так вот открывается. Стаканники здесь. Ну. Классно сделано, все аккуратненько, ничего лишнего. Супер. Так выглядит фуга. А это вот Mark X. Ну, Mark X тоже хорошая, кстати, машина. Это тоже достаточно одна из новых. Хотя, ну, это именно модель 7-летней давности. Но сейчас вот новые, которые делают, они тоже выглядят очень классно. У меня, конечно, поскромнее, чем фуга. Выглядит вот так примерно. Одеколоном каким-то пахнет. Салон такой светлый, сиденья низкие достаточно. Ну, под японцев сделан, под низкорослого. Здесь вот расстояние прям вообще, ну, практически нету. То есть я не знаю, тут как бы удобно кому будет сидеть, нет. Конечно, возможно, сиденье поднимается, опускается здесь вот, да, от регулировки есть, но... Да, вот, вот можно чуть-чуть опустить. Вот так вот, в принципе, еще более-менее.
Но если человек достаточно большой такой комплекции, там, вот русский какой-нибудь там, да, сядет такой, ну, то очень сложно будет ему здесь вытаскиваться свою задницу из этого автомобиля. Хотя не знаю, кому как. В целом вот так. Что тут еще есть? Ну, там разные вот SUV, SUV, Harrier там и тому подобное. Какие-то уже проданы. Вот, например, вот этот Harrier уже проданный. Там уже висит этот самый, типа, знак, что все как бы продали. Вот так выглядит. А вот этот Subaru, ну, Subaru еще, наверное, вот не продали. Хотя ничего не висит, может, тоже продали. Вот этот сколько он, кстати, стоил? 1 000 000? 2 миллиона. 690 тысяч он стоил. Ну так выглядит. Внутри немного, конечно, сыростью воняет. Или прокуренное, не знаю, что-то такое. В общем, зато панорамный люк большой. Все так цивильно тоже выглядит. Очень даже неплохо. Да, походу, то ли курили, то ли что. То есть какой-то прям затхлый запах такой. Я не знаю, что там делали. Вот Subaru Forester. 1 800 000 стоит. Тоже там вот Lexus там за 2 200 000. То есть тоже вот неплохо так выглядит. Сиденье. Не знаю, стандартное, скорее всего, это обычное сиденье. КПП, STI туда воткнули от Subaru. Ну, в общем, вот так выглядит все. В целом неплохо. Так, в принципе, можно здесь подобрать автомобиль. Ну, я не знаю, если вы приехали издалека, возможно, вам будет как бы не очень удобно до сюда ехать, проще где-нибудь на аукционе купить. Потому что данный магазин, ну, такие салоны находятся за пределами Токио. Вот в конкретном случае это Тама. Тама Центр, станция. Недалеко оттуда. То есть, например, Lexus. В принципе, нормальный Lexus. Вот даже такой вот пластик даже получше будет, чем под деревом, мне кажется. Очень даже удобно здесь сидеть, просторно. Сразу видно, что место тут побольше будет, чем вот в Mark X было. Тут под стаканники всякие. Мини-диск даже, плеер. Это все родное. Тут дисковые проигрыватели, DVD, мини-диск, плеер. Автоматическая коробка передач. Даже есть вот для кабелей. Специальные эти места, куда можно складывать или вывод делать. Так, ну, удобно, в принципе. Салон тоже просторный достаточно. Вот, кстати, мне вот нравятся такие вот модели Lexus'ов. Очень компактно, небольшой, да и выглядит презентабельно. Пусть он и модель не такая новая, это RX 270, то есть достаточно. То есть уже сколько ему лет, сейчас посмотрим, кстати. Ну, уже 6 лет, да. То есть 6 лет ему. 52 тысячи пробег. Но он до сих пор продается вон, за 2 миллиона 200. То есть это где-то 1 000 000 рублей примерно. Ну, что-то около этого. Ну, в принципе, вот и все. Но я думаю, это SRV еще, вот Honda. Ну, Honda тоже выглядит достаточно классно. Неплохо внутри оформлено. Так вот это вот дерево, конечно, не знаю. Это выделяется оно из общего дизайна. Ну, это мое личное мнение. Может, кому-то нравится, не знаю. Но зато вот внизу под ногами свободного места полно. Не как в Lexus, то есть их консоль, ну, это самое, не идет полностью посередине. А есть расстояние. Можно с водителем меняться спокойно, не выходя из машины. Так. В целом,
Вот такой вот магазин небольшой. То есть я немного показал, какие есть здесь автомобили, что здесь продают, примерные цены. Поэтому если, ну, вот, если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Ну вот, а с вами был Дэн. До скорых встреч!